Так, 30 августа 2021 год, 5:29 по Киеву, Харькова. В общем-то, цель вылазки в съемках МКС. На МКС у нас будет, если будет уже дневное освещение совершенно, через 5 минут. Не вижу повода отказывать себе в съемках «Половинка луния». Очень странно будет, если действительно увижу я МКС через 5 минут, потому как ну совсем уже светло. Но программа, которую я пользуюсь, Stellarium, для того, чтобы определять положение планет, спутников на небосводе уверяют меня, что будет видно спутник, Международную космическую станцию. Ой, какой синючий ветер. Для съемок МКС это, конечно, не помеха. Ну вот луна у нас выглядит как трепещущая лань. Хорошо, буду дальше пока настраиваться. Натуральная половинка луния. ISO 125. 5:32 по Киеву, Харькове. У нас 2 минутки до того, как МКС появится над горизонтом. Да, даже на ISO 125 уже все совершенно четко видно. Объективно на улице уже гораздо светлее. Ждем.